Здравствуйте, друзья! Это снова мы. Сегодня чистый четверг. Положено всем купаться. Вот, сегодня водица хорошая. Посмотрите, как она. Маруся, давай купаться. Давай, зайка, давай. Не надо, она не хочет. Ой, хорошо так, Марусечка. Кукуха. Сиди, сиди, сиди. Все, все, все. Смотри, как Гошечка, с пеной, смотри. Смотри, ой, хорошо, как Гошечки. Ой, хорошо, как Гошеньки. Шапочка из пены. Маруська. Маруська меня облизывает. Глянь, Марусенька. Давай я тебе шапочку. А, ты кушать такой хочешь? Глянь, Маруся. Шапочку. О, кушать надо. Молюсь. Ой, как невеста с фатой. Сиди, 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 хорошая девочка. Сиди. Ой, уже спокойненько так купается моя лапочка. Что ж буянила с Гошечкой. Не могли поделить ванну, друзья. Гошечка свой угол имеет. А Марусечка не знает, в какой угол, пятый угол искала, бегала. А сегодня как хорошо, да, Марусенька? Сиди, 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 хорошо же, сиди. Сиди, давай играться, зайка. Хорошая лапочка. Смотри, что у папы есть, смотри. Смотри, Маруся, ля. Ля. На. Играйся. Отстань ты от этого края. Вот тут сиди. Во. Ля. Ой, хорошо такая. Маруся. Глянь. Ой, хорошо так, как Марусечка. Ой, притухла. Ой, тепленькая. Молодец. Смотри, как себя спокойно молодец ведет. Те разы, первые разы, как она волновалась. И прыгала тут, не знала, что мы хотим, наверное, от нее или что. А сейчас уже привыкла. Но потом я понял одно, друзья. Прежде чем какое-то действие сделать с обезьянкой, всегда обговариваю, вот, говорю ей, что я буду с ней делать. Например, говорю ей, пойдем попку помоем, нас Гоша уже ждет, тогда она поспокойнее себя ведет. Вот, проговорил ей, она знает уже, что будет. Не надо, Марусь, сиди, Гоша же здесь, сиди, сиди еще, садись, будем купаться, садись, садись, хорошая девочка, садись. О, молодец, молодец, Марусечка, молодец, купается так, Марусечка. Не, зачем, Гоша придерживает там, чтобы он к ней не это, потому что она будет выскакивать. А, убегает. Ну да. Чтобы Гоша к ней не подходил. Все. Гошечка там будет, не волнуйся. Ну, все. Сиди, купайся. Хорошая девочка, не бойся, не волнуйся. Все. Сиди. Головку, давай намылим себе. Сиди. Давай. Ой. Ой. Давай, папка, вот так намылит. Малюси, головочку. Гошечку на расстоянии держи, Наташа. И все будет хорошо. Ну, Маруська, вот, когда ее никто не трогает, все хорошо, она спокойненько сидит. Все. В общем, друзья, когда проговариваешь обезьянкам, что ты хочешь с ними сделать, они гораздо спокойнее себя ведут. Говори, что попку мыть, сейчас кушать пойдем ручки мыть, ножки, пойду. Ну, любые действия, в общем. И сиди. Папа не домыл. Еще домоет папа, потом пойдем. Домоет Марусечку и пойдет. Да, Марусечку домой. И Гошечку тоже возьмем. И все вместе пойдем на диванчик одеваться. Гоша такой смешной. Вот, посмотри, Гошечка, где? Смотри, Гоша, смотри.
Что ты вцепилась в эту ванну? Боишься, что ванна убежит от тебя, что ли, да? Сереж, может водичку спустить и душ помыть? Они же мыльные. Да тут такая вода, что они мыльные. Маруська душа боится, Гошка нет. Ну ничего, ну, будет. Все равно надо промыть ее. Пусть посидят еще по. Вот на колесе, да? Вот так вот поплавает Маруся. Потихонечку. Вот так вот. Молодец, 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 молодец. Еще, еще, давай еще покупаемся, Марусечка, еще покупаемся, да, еще покупаемся. Какая послушная девчонка. Да, их надо будет смыть. Сиди, сиди, ой, сама села. Все правильно. Их надо будет это полоснуть, да, а то мыльненькие. Ну, Маруська, сиди, молодец какая. Сама села. Давай лицо умоем, Марусенька, давай. Ой, же личико и грязненькое. Ой, прям накупались, напарились. Хорошие. И Гошечка такой весь разомлевший. Сиди, сиди, сиди. Ты ж мокренькая. Мама сейчас полотенчика даст. И пойдем, моя. Уже с ложечки ой, 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 ой. Мам, дай воды. Что-нибудь? Прости, котик. Ой. Сейчас мама наберет. Сейчас, 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 мы хорошо. Сейчас, сейчас. Сиди, 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 сиди. Умненькая девочка такая. Умненькая. Водичка тепленькая. Сейчас обмоемся. Этот, Марусечка, мама обмоет тебя водичкой с кружечки другой, и мы пойдем. Сейчас теплый. Поняла? Еще чуть-чуть пойдем. Надо подождать, еще чуть-чуть надо потерпеть, Маруся. Маруся терпеливая. Маруся терпеливая, еще чуть-чуть подождет, и пойдем одеваться. Да. Вот как Гошечка терпит, и Матыська тоже. Малюсенька моя тоже. На, игрушка. На, иди. Играйся. Гошенька, ты сиди, а то Маруся боится душу, а я ее там обмою. Держи, держи. Ой, молодец. Ничего, тихо. О. И тропочка. Все, все, все. Молодец, все. Молодец. Сейчас мама даст это полотенце, и все, и ты пойдешь ко мне. И ты пойдешь ко мне. Ой, да, и ты пойдешь ко мне, моя рыбка. Ой, 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 дочь, ну все. Вот, пока Марусечка у меня на руках, Гошечку покажем вам. Гоша не собирается никуда уходить. Ему так прекрасно и хорошо. Водичка с мылом или, да, зайчик? И будем себя обмывать. Давай, ручки на фоне, чтобы ручки не попало. Да не полезный ты такой. Какой смешной он. С этими ручками. А попочку тоже надо помыть, да? Подставляет попу, да? Да, всегда. Дает мне вытирать попку. Молодец. Да, скажи эту маркизу. Баку помыла. Такая спокойненькая. Ой, ой, тихо, тихо. Тихо, тихо. Тихо, моя. Спокойненькая. Все. Сейчас
сейчас вот Гошечка заберет, мама. Хорошо. Пойдем. Все, да. Котик, помылись. О, Позайчик. Хорошо как. Ой, дочь, смотри. Вот, так хотела девчонка. Стой, Гошенька, я сейчас полотенце возьму. Давай, мордочка, выпью. Мордушечку маленькую. Да, выхали, осень такой. Все вот процедуры красиво. Терпит, ждет. Да, конечно, скажи, мама. Я люблю. Мариска, так ты пахнешь хорошо. А я опять этот шампунь купила, мне нравится он. Детский. Так, оно залазь на ванну. Все, пойдем одеваться. О, друзья, вот так вот. Наташа с Гошей, а я с Маруськой. Сейчас будем обтирать их. Я весь мокрый, Наташа. Потому она... что она сразу выскочила в полотенце, а Гоша еще в ванной. Ну да, но все равно. Молодчинка, в этот раз она. Она очень себя культурно вела в этот раз по отношению. Да, они хоть не выпрыгивала. В прошлый раз же вообще жуть какая была. В ванной бегала. Да. По всей комнате, не могли ее поймать, убегала от нас. А в следующий раз вообще будет еще лучше. Все потихонечку. Она не приучена была, Сереж, купаться, бог его знает. Так, давай одевай Гошу. Или как, Марусю первую. Гошу, наверное, сразу одену. Давай, одевай Гошу. Не будем сушить феном? Ну, надо подсушить его. Давай памперс одену, а потом подсушу. Сиди, Марусь, мама одевать будет. Тихо, тихо, девчоночка, девочка. Все, пожалуйста, тихо. Мама памперс оденет. Послушай меня. И тебя оденем, да. Послушай, мама сейчас оденет памперс. Оденет красивую такую, смотри. Ой, красота какая. Кофточку. Красивую кофточку. Смотри, там клубничка. Там незнайка, цветочки. Ой, я б сам носил. Стой. Вот. Мама оденет. И мы пойдем наверх кушать. И все эти так, сюда, садись дела. На диван. На диван. Играться, садись. Кушать. Все это будем делать, зайчик. Давай. Давай, мама. Сейчас Марусечку будет. О, Гошечка будет сидеть. Маруся памперс оденет. А папочка... А ты за маму, носишь. Держись, за мамочку, цепляйся. Держись, зайчик. За маму. Нет? Не так не хочешь? Ну ладно, ладно, ладно. Все, все. Давай, как всегда, давай. Папа просто будет придерживать Марусечку, типа, что рядом папочка, да? А тебе удобнее самой, Марусечка, так за маму держаться? Вот. Тихо, 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 оденем памперс, не это. Мы ж не одели, ты ж видишь, не одели, Марусь. Тихо. Тихо. Стой, жди. Тихо-тихо-тихо-тихо. Хорошо. Тихо-тихо-тихо-тихо. Мы уже долго вот это вот в этой ванне сколько были, это все. Придерживаем ее, ей уже, конечно, не нравится, ей уже хочется бежать. Да, хочется гулять вот. Уже. Ну, она давай, побежит, принесет, конечно, подними, гулять. Надо же все это, все дела же сделать. Подожди, зайчик, еще немножко. Сейчас еще маечку оденем. Нет, жди, ой, зайчик. Ой, красота какая. А где маечка? А вот. Вот маечка. Ой, красота какая. Ля, голову тогда отклоняет. Угу. Ну, она, мне кажется, конечно, мама ее снимет. Ничего. Знаешь, вот хитрость. Надо все равно приучать. Если как-то. Вот так схитрить и вот так вот сзади тут вот. Привязать? Она сразу, мне кажется, ну, это. Как-то будет неудобно ей, да? Нельзя. Ну, малюсенько. Не надо. Красиво, красиво. Красиво, красиво. Ой, красиво. Посмотрите, друзья, ну красиво же, да? Красивая Марусенька. Девочка. Ну, красота же. Ну, очень красиво. Марусечка, ну, красиво. Девочка.
Ну какая красота? Красота требует жертв. Давай, посмотри, какая красивая. Зачем? Не снимай, ну пожалуйста. Не надо снимать. Марусь, ну Марусенька, ну не снимай. А Гоша уже он на боковую и позевывает. Сейчас я Гошеньку буду сушить. Этот. Ну давай, Маруська у меня пока на руках сушит. О, все, эти руки, видишь, побежала. О, друзья. Маруся вон она бегает, прыгает, скокает. Какую-то пластмасску уже раздобыла. Там же котята, туда лучше закрыть дверь, а то Маруська сейчас туда точно проникнет. Иди в папу сюда, напряжение. Ну, друзья, полюбуйтесь, какой-то колпачок слямзила, какой-то колпачок насасывает там. Гошка, как это, хан Бабай. Все, значит, какой? Сухой, хороший, чистенький, сухой. Давайте. Молодец. О, мама сейчас тебя красивенько тоже оденет. Пойдете кушать, гулять и спать. Маруська, управилась, все поснимала. Молодец. Иди прыгай ко мне. Что тебе там во рту жуешь ты? Вкусно пластмасска? Мам, что там у него, ты видишь хоть? Капочек пластмассовый. Где она их такое находит? Вот это вот интересный момент. Где она успевает такое находить? Все убрала Наташа, ничего лишнего нету. Нет, она найдет лишнее, друзья. Гоше вот вообще это не интересно. Что там лежит, как там лежит, он даже на это внимание не обратит. Вот если лежит там вкусняшка, то обратит, конечно. А так, пластмасски какие-то. Георгий Сергеевич, у него статус другой, он такую мелочевку вообще внимания не обращает. Статус у него не позволяет. И что? Дай сюда. Так, друзья. Объект ликвидирован у Маруси. Она, когда начинаешь за ней бегать, она бросает то, что у нее в руках там. Вот колпачок не отдает. Дай папе колпачок, не? Иди, ладно, к папе, запрыгай к папе. Запрыгай, иди к папе. Иди запрыгивай. С колпачком не запрыгнешь, да? С колпачком пап не запрыгну, сказала.
Друзья, будем заканчивать свое вечернее видео. Всех с праздником, с наступающим светлым, со светлой Пасхой. Всего вам доброго, здоровья в ваших семьях. Всем хорошего. Берегите себя. Пока-пока, друзья.